И снова здравствуйте. А сегодня у нас, как можно увидеть, обзор свежепойманных прудовых лягушек. Вот она крупным планом, зелененькая показана. Я их разместил в специальном лоточке, достаточно большом. А поймали мы их. Не я один поймал, я в этом оказался полный дилетант. Но мне помогли. Могла моя подруга. И здесь у нас 4 прудовые лягушки. Вот они, красавцы. Такие. Контейнер заделан москитной сеткой. В течение целой ночи они там находились и до сих пор не выбрались, что дает понять, что защита москитной сетки натянутый, достаточно хороша, даже против лягушек, против их побега. Вот тут крупным планом лягушечки. Все они своеобразные, у каждого свои особенности. Например, вот у этой врожденный дефект глаза был. Один глаз у нее нормальный, а второй какой-то нерабочий. Тем не менее, это не мешало ей выжить и приобрести свои нынешние размеры. Сами размеры лягушек достаточно крупные. Можно видеть их разнообразный окрас. Собственно, прудовые лягушки отличаются от травяных, которые у меня дома, значительно. Во-первых, это цвет. Второе, это вот эта вот зеленая полоса вдоль спины, буквально посередине по позвоночнику. Ну, квакают. Поквакайте еще немножко. Кстати, прудовые лягушки очень хорошо меняют цвет. Когда мы их принесли, поставили в пластиковый контейнер на светлом месте, они быстро поменяли свой цвет. С темно-зеленого на достаточно светло-зеленый. А после ночи в темной ванне они выглядят вот так вот. Достаточно светлыми, но все-таки зеленее, чем совсем светлыми. То есть они меняют свой привычный зеленый окрас в зависимости от окружения. Если окружение будет светлым, они приобретут светло-зеленые тона. Если темным, то темно-зеленые. При этом рисунок будет достаточно различным. Ну вот, например, у этой лягушки есть 5 пятна, а у этой нет. Она практически чистенькая, как и у других. У кого-то будут светлые пятна, у кого-то темные. Такие вот замечательные 4 зеленые лягушечки. Им нужен постоянный доступ к воде, поэтому они живут непосредственно рядом с прудом, проводя в пруде, ну, больше свое время. Большее время жизни. Тем не менее, поохотятся они, выходят именно на сушу. Вот такие вот 4 красивеньких экземплярчика. Квакают они не очень активно, поскольку в плену, но тем не менее бывает, что можно услышать кваканье. И выбраться, конечно, тоже очень хотят. Одной из особенностей этих лягушек, согласно литературе, выделялась теплоустойчивость ткани. Это значит, что при длительном контакте холодной воды они не умирают, что может привести к смерти других видов лягушек, например, сухопутных травяных. А эти спокойно пережили в достаточно прохладном месте целую ночь. Уже скоро будут часов 16-18. И, тем не менее, ну, достаточно живучий.
Но им все-таки необходима вода в постоянном доступе. Он пытается выбраться. Но у него это не получается. Вот такие вот красивенькие, прекрасные зелененькие лягушечки. Прудовые. Именно так и называются. Прудовые лягушки. Из-под вида зеленых лягушек. Они очень хорошо реагируют на движение. Если видят движение, либо это кто-то очень крупный хочет их скушать, либо это потенциальная еда. То есть, если движение небольшое, они пытаются идти в сторону этого небольшого движения, подразумевая, что это еда. А если двигается достаточно крупный объект, значит это опасность. И они пытаются как можно быстрее от него удрать. Вот такие миленькие лягушечки у нас. Пока я в гостях у подруги, не знаю, буду ли я вести их к себе. Скорее всего, просто выпущу, поскольку они уже длительное время без еды. Живодерствовать ни к чему, вести их в электричке, это будет для них достаточно большой стресс. Хоть температура нынче достаточно прохладная. Такие вот замечательные прудовые лягушки. Жаль, не с чем сравнить, но надеюсь, в ближайшее время я что-нибудь придумаю по этому поводу. А пока можно понаблюдать и понаслаждаться внешним видом наших прудовых лягушечек, хоть и через москитную сетку. Такие красавцы.